Ну, это такое небольшое вступительное слово. Вот спасибо вам всем, вы такие молодцы. На самом деле, только благодаря вам все это вообще может происходить сегодня. Хотелось кого-то порадовать, кому-то поделить вот это вот все. Это немного необычный такой квартирник. Я сегодня воплощаю свою маленькую мечту и так маленько воплощаю ее. Я в школе хотел вот все. Думал, надо написать когда-нибудь какой-то спектакль. Я так, ну, так маленький такой, несуразный. В нем, да, это, грубо говоря, вот кто слушал, кто слышал, был такой маленький EP-альбом «Терапия». Это вот, можно сказать, продолжение этой истории и завершение, я надеюсь. То есть вот это все сказать надо и забыть, вот высказать, чтобы как-то дальше в новые горизонты интересно. Вот, поэтому я сегодня, можно сказать, на вас эксперименты ставлю. Если вам понравится, то это, ну, я буду продолжать так. Если вам не понравится, то я все равно буду продолжать, потому что мне это нравится. Но я учту косяки. Здравствуйте, кстати. Вот, да. Что я еще хотел сказать? А, вот это продолжение терапии, завершение терапии. Сейчас у вас есть еще шанс уйти, ну, буквально, потому что я завершу вот эту странную речь. Мы же в странных делах, все странно будет. И уйду. Когда я приду, можно сказать, с этого момента уже все вот оно так начинается. Вот. Я не смогу контактировать с публикой, скажем, отвечать на вопросы, потому что это все будет вот так вот. Спасибо. Тебе в темные земли, ты должен научиться выговаривать. Легко сказать. Кому бы еще? Людям, что ли? Что она тебя такого любила? Как-то надо начать, наверное. Что там? Одиночество там. Мы все приходим, одни уходим, одни. Банальщина. Ты не очень разговорчивый. Ладно, я буду придумывать тогда, что ты мне задаешь вопросы. Спасибо. Сам ты сумасшедший. Что меня тревожит? Хороший вопрос, док. Если бы я знал, я бы, наверное, не пришел к вам, но... Да дурак я. Я мир не понимаю вообще ни разу. Кто я, где я, куда я иду, куда все идут, кто все эти дяди и тети, и
когда я сам начал играть с ними в эту игру. Друг говорил, все из детства идет. Вот у тебя был, наверное, отец. Вот у меня, кстати, тоже. Это был Шерлок Холмс. Я знаю, это странно, сам ты сумасшедший. Но... Он был классный, знаешь, он всегда знал, что делать, и знал, как удивить Ватсона. Я очень хотел быть на него похож. Он никогда меня не ругал. Никогда не существовал в действительности. Но я очень хотел на него похожим быть. Еще на Донателло, черепашку ниндзя. Что-то я, конечно, херунга какой-то говорю с игрушкой. Никак не могу смириться с этой мыслью. А, все идет из детства. Знаешь, одно время я читал книги в детстве. Там же такие книги, такие миры, огромные, такие настоящие, честные. И я недавно вот фильм посмотрел, который мне в детстве нравился, и я там... Все не то. Все это как-то не то. И получилось, что не книги были тогда такими прекрасными и большими, а голова моя. Все, что туда попадало, становилось вот таким вот цветным. А сейчас вспомнишь, как гадости какие-то вот говорили там. Люди сам глупости эти делали. И как-то вот это сомнение. Не сходил же с места отсюда никуда. Потерялся. Я одно время, помню, читал про самураев. Они большие такие. Не говори про них гадости, я слушать даже тебя не буду. Величайшим ужасом было для самурая потерять своего господина. И вот бродили такие сумасшедшие, потерянные, грустные люди по земле. Не знаю, куда приткнуться. Я вот просто сейчас подумал как-то так же, ну, какого-то я господина потерял, что Затерлись лица, ни один не похож.
всех, кто ушел, смывает мысли дождь. Падает на камень красное тепло, слабый дождь. Ты в войнах ищешь смерть, и боюсь, однажды ты найдешь. Просто не хочу нагружать никого. Хорошо, что мы все-таки здесь одни. И все-таки я говорю, странно это. Мы же постоянно делимся. Мы же делимся друг с другом. Я не хочу этим. И мы это делимся тем, что у нас в избытке. Понимаешь, хорошее настроение, оно превращается в улыбки, а плохое. И это не только в этих крайних состояниях, это же постоянно происходит, хронически. А, да. Вот бывают такие ситуации. Вот мне один знакомый, такой шапочный, говорит, ты, говорит, хороший человек вообще. Ну, можно быть таким наивным вообще. Ну, мир же он не так прост, ты понимаешь. Надо по-другому, знаешь, вот и вот этот локомотив, вот он, на полчаса. А я не обижаюсь, знаешь, я даже не думал обижаться. Он же мне про устройство своего мира рассказывает, анатомию вот эту абсолютно. Он искренне не хотел, я знаю, не хотел, ну, вреда никакого, естественно. Просто он, ну, не подумал, что. Он говорит о тех правилах, которые работают, возможно, только в его мире, а я вообще в другой какой-то солнечной системе. Мы всегда делимся. Зачем люди это говорят? Я. Ну, а потому что у нас нет же другого мира, кроме своего.
твое подаришь ты сегодня мне. Ты мой смех сегодня, завтра я. Ты мой плащ сегодня, завтра я. Что подаришь ты мне, только себя. Конечно, не всегда так было, не всегда. Просто, ну, в какой-то момент я даже сам не заметил, когда ты стоишь посреди душной комнаты, шкаф с вещами, которые абсолютно не твои. Мы же пытаемся их примерить. Одеваем, эти вещи нам не по размеру, а мы на себя себе, то им думаем, надо как-то толстеть или сбросить, чтобы она сидела. Обидки по полу разбросанные, вот эти сценарии саморазрушения и упрямства. И думаешь, а кто все это сюда притащил? Это же не мое. Не всегда так было. Я когда-то же был счастлив. Когда я даже не думал об этом. Там не все было хорошо, конечно. Там, ну, многое делать надо было, что не хочется, но... Это как-то неважно было, знаешь. Ну, так вот идешь, ведут тебя куда-то. А там облачко такое, тут лужица. А здесь афиша. Там цирк приехал. И там такой большой медведь. Он очень пугающий, очень угрожающий. А рядом, ну, очень воодушевленный дрессировщик. Он выглядит, ну, так, что он просто вырос среди медведей. Вот как ты, ну, только, ну, понимаешь, да. Или даже нет, это медведи среди него выросли. Вот. И если ты придешь на выступление, он обязательно расскажет, насколько он боится их. Так интересно, ты же смотришь, там впереди уже, ты чего? И ты такой, оп-оп-оп, побежал уже. Я не знаю, может. Я думаю, оно уже где-то здесь. Все. За пыльным окном, через которое кажется как-то все серое, но оно же там есть. На ночах. На странице книг руки мураками.
ты смеялась, когда называли нас с тобою дураками. Ты знала все наперед, твой поезд придет, хоть на него ты немного опоздаешь. Я вернулся в свой музей элитных зверей, и ты меня теперь совсем не замечаешь. Где ты? Ты со мной говоришь через картины дали, на море чайкой кричишь. Где ты? На полке свечкой горишь сквозь городские огни, пересекая Париж. Я связал тебе теплые носки, они спасали нас порой от зимней тоски. Мы питались по ночам, слушая джаз, играли мысли, как будто эта песня про нас. Ты одна из нас двоих говорила стихами, я молчал, наслаждаясь твоими руками. Я не слушал никогда, ты говорила мне печальные слова о нашем последнем летнем дне. Где ты? Ты со мной говоришь через монахов Тибета, барабаны стучишь. Где ты? На плакатах молчишь, зажигая кометы, ты котенка мурчишь. Где ты? Ты со мной говоришь через картины дали, на море чайкой кричишь. Где ты? На плакатах молчишь, зажигая кометы, котенка мурчишь. В смысле наивно. Вот не об этом ты. Ты мягкая игрушка. Ну и пусть. Отпусть. Я не понимаю, что в этом плохого-то наивно. Я считаю, что вообще ничего не наивного нет. Разве не наивно, когда человек долго рассказывает о том, как надо? Как надо жить? Ведь мы разве что-то вообще знаем о мире, как будто бы. Но мы там вот знаем об этом, там физика какая-то, там химия, так, поведенческие особенности приматов. Но нам же всегда кажется, что мы об этом знаем меньше, чем вот об этом, а все же наоборот. Я это понял. Что же с этим всем делать? Дяденьки и тетеньки, они как-то там ходят тогда еще, в то время. С таким видом, что у них есть карта какая-то. Где-то там с пакетом документов, а один из документов будет такая карта, где, ну, все понятно, все правильно. Ты уже какой-то очередной документ получил, естественно, никакой карты нет. Обманули? Ну, сам обманулся, конечно. Ты просто вот, опять же, внутри большого маленького мира и понимаешь, а он же короткий, а он вот столько прошел, и все. Как ты так сразу успеть? Как ты хочется успеть прям? А что же вообще непонятно? Это же... За что же ухватиться-то? Ну да как тогда любить? А тут вот это все... Настроены теории струн, беспокойные, ищем победы над бездной во ржи. Проиграв себя, тянем
тянемся к небу, тонем в ремесла без лишних вопросов. Нам от зеркал убежать не так просто, выше, чем наши, горят этажи. Не поднимаемся. Тянемся к небу, вцепившись руками в черную землю, где за облаками кажется проще и больше не страшно. Но где же я? До конца нужно что-то успеть, я не знаю. Забери меня, ветер, себя выдыхаю. Облят бы, коня заберут к себе стаи. До конца бы сгореть, и сгораю я. Рвутся с постов, подуют на ранки, пока кидаешь ты рыцарей камни. Из темницы себя уверенный только в том, что в конце. Так и сидим у костра на крыльце, боясь постучать, пока падают капли. День это дня, 7 минут сквозь нервные руки. Пускаясь во все, умираю со скуки. Разбитыми лбами вечные грабли. Горе свое любя. До конца нужно что-то успеть, я не знаю. Забери меня, ветер. Себя выдыхаю. Облять бы, пока не заберут к себе стаи. До конца бы сгореть, и сгораю я. До конца смерти, ну, а что такого? Это же очень помогает, ну, это все мементо море. Ну, вот в моей ситуации особенно. Где я, кто я, вот это все. А как-то так сразу, ну, шевелиться, как будто начинаешь. Знаешь, док. Я только что все вот это трагичное такое рассказал однажды. Важно так. Заявил мне. Это же все было очевидно. Док всегда говорил, ты если уж драматизируешь, мой дорогой, ну, так говорил, он говорил, ты если драматизируешь, он же всегда это смеялся над ним. Ты делай это красиво. Ну, а я же умею это все, я умею драматизировать. Ну, я сразу как-то... В общем, холодные ночи, палящее солнце, все разбойники все, вокруг какие-то продавцы, они продают вот эти ненастоящие карты, ты там будешь по ним ходить, там, следующая карта у тебя, там, ваш смысл жизни в другом замке, вот это 99 уровней, где-то отдышаться надо,
Я посреди холодной пустыни, палящее солнце, день и ночь, разбойники. У меня вот так все запутано. Глаза, они горят яростью и печалью. Конечно. Я где-то там, в звезде, выдуманной, наверное. Настроение такое было, ну, вообще, конечно, своеобразное такое, горделиво обиженное. Как-то. Ну, бывает такое, вот люди бывают такие, обидятся, вот, и абсолютно несправедливо. Я, конечно, я же делаю эти все глупости. Ну, потом так стыдненький ходишь, весь. А тут вообще несправедливость из всех щелей. И ты как-то это все одиночество какое-то. Я сижу, глазами пол,
там слышу сверху: ты чего, мальчик? Я вот ответственно заявляю, я обидеться хотел, конечно. Ну, я глаза поднимаю, так сразу обезоружился, там, такая бабуленька. Так счастливо смотрит и говорит: ты чего, мальчик? Я говорю: да, я растерялся, я говорю, просто подышать как-то. И вот здесь я так и понял, что надо поговорить как-то. Дзынкнуло. И уже вижу, как он меня дергает. Говорит: дяденька, я говорю: чего? Чего это все? Зачем? Мы же плохого-то не хотим. Пришлось на аттракционы сводить, конечно. Глазами замело серебро, тропы и города без тебя. Металл тянет к тревоге, здесь прощают карму дамы и господа в облаках. Голова засмеется, ей не просто дается наивность к небу смотри. Зорко тем, что стучится, хочет мне приручиться и просто дышать, никому не мешая, на моей планете поливая цветы бежать. Пусть дорога сама возникнет под ногами, где останешься ты. За горизонтом солнце с рыжим хвостом, расскажи, что за мир ты взаправду придумал, когда ветер тебе пел перед сном. Найти в океане созвездий, чтобы просто с тобой в тишине помолчать, это все, что нам надо с тобой, видеть капли дождя, танцевать и просто дышать. Никому не мешая, на моей планете поливая цветы бежать. Пусть дорога сама возникнет под ногами, где останешься ты. Мешает же, по сути, это никто, я вот так думаю. Мы уже с доком это все проходили. Но за горло же действительно никто не держит. Понимаешь? Ну, как-то вот. Как-то я вот с доком общался, что ты ему такое трагичное рассказал. А он важно так откинулся, как обычно. Трубку свою вдыхает, выдыхает и говорит: величайший враг прячется там, где ты меньше всего будешь искать. Я говорю: это вы, то есть психологии по фильму «Револьверы» обучались. Он говорит: нет, это же Юлий Цезарь сказал. Я говорю: ну вы же увидели это. И он так смутился, так нравилось его смущать. Но ведь прав был. Ну а кто все это натащил-то? Вот эта вся тема с вот этими подарками. Я же их принимаю. Да, ну, смотри, мы смотрим, когда даже у нас вот у тебя один глаз, у меня два, но это ничем не лучше.
мы не видим неполную картинку, вот мне так ученые сказали, там дорисовывает наш мозг все вот это, интерпретирует как-то, и не всегда правильно. И это, ну, так вот иллюзии появляются все вот эти вот визуальные. А что уж там говорить немножко, что он наинтерпретирует вот с людьми, вот это вот все. Вот в восточных, например, традициях там считается, что много где считается, не спрашиваю, что все это сон. Все вокруг тебя иллюзии, значит, продолжение тебя, так полюбили же это все. Ну, потому что себя как-то надо любить. То есть, получается, вот нам главного нашего врага с тобой надо любить, Рик. У нас с этим проблемы, конечно. Ну, классно. Зато, смотри, я придумал мир, получается. Я придумал людей. Вот такой бред величия. Доку бы понравилось. И замки, то, что так горит, все, что течет, даю себе отчет в том, что обречен, сам себе врачом, сам же кирпичом ранил и зашил, вылечил, убил. Игра извивается змеем в небеса бесконечная. Что я могу испытывать судьбу, все забыть опять, выдумать игра. Бесконечная, безупречная, танцуй. Вся философия, все это вокруг да около. Док мне на это все обычно, как всегда, вот это все хорошо. Но что ты думаешь, что ты чувствуешь, что ты чувствуешь? И вот до белого колени у меня вешало. Но помогало, как-то помогало. Ты же как-то это все просто.
Да, мой друг так говорит обычно. Все настолько плохо, что даже хорошо. Да, именно так вот, в таком состоянии трагично. Никому не нужен. Никто не верит. Как-то... Мне так сразу хочется вот это все. А я буду счастлив всем назло. Это вот первый признак бессилия такой. Назло буду счастлив. Кому? Ну прикольно, знаешь, прикольно. Как-то так двигаться хочется. Твоего отражения твой океан все переживет. Ты мой андердог, безымянный, безвестный, не веря не верящим на свой серебро. Стрелой туман рассечет неизвестно. Неизвестное место тесное, где вместо весны только зимние сны. Зимние сны. Я поставил на тебя, когда с трибуны идут на выход все. Из груди вырвется лава. Господь полный вперед, половину не берем. Господь полный вперед, половина не твое. Бросил в костер, чтобы ярче горело. Ночь без огней за окном громко лает. Тот, кто без цепи, так и не стал смелым. Ты улыбнись другу, будь это рано. Пусть крепкие зубы увидят другие. Черные волны плещутся, жадно шагать сердце голубник. Твоя терапия. Из неизвестного места тесного, где вместо весны только зимние сны. Зимние сны. Знаю, ты не выдохся. Из груди вырвется лава. Господь полный вперед, половина не твоя. Господь полный вперед, половина не твоя. Обвинить хочется кого-то. Обвинить. Прям жуть. Да как, каково? Я же мир придумал, получается.
себя, что ли. Там же складывать-то уже некуда. Как-то сердце хочется обвинить, знаешь, вот именно его. Вот оно все что-то то поет, то оно страдает. Все. Вроде в таких ситуациях, как оказываешься, думаешь, ну а как из них выйти-то? Нет, выползаешь ужом. А иногда вот сидишь вот это, и вот это вот все, вот это потерялся. Живое оно все из себя. Не знаю, все же как-то так просто. Вот этими скитаниями, страданиями. Стоит вот это вот. Все из себя. Такая. То приходит она, то уходит. Сейчас тоже оставил. Отражение моих песчаных глаз. Ты говоришь, есть у каждой местности с добром и светом связь. Ну что же тогда погасла в моей реке звезда? Ты просто молчишь, ты просто молчишь. Скажи мне, где ты? Thank you.
опустошенный. Спасибо. Я не хочу даже сейчас говорить ничего. Слышишь, да? Там дождь. Мы же когда пришли, я пришел. Он же тоже был. И просто как-то не заметил это все. Вот это тюрьма. Можно просто помолчать там и все. Закаты, рассветы, дышит весной новый почерк. Мой главный ответ — молчи. Между заглавной и точкой ты не видишь огни, миллионы огней вокруг. Тянутся к космосу тысячи рук, ищут тепла нитью сердцем от сердца, горят, как созвездия. Тишина между вздохом часов, не она одна. В темноте споет про любовь тишина, проливается воздухом снов. Океана планетам, где тысячи рук ищут тепла нитью сердцем от сердца, горят, как созвездия. Тишина между вздохом часов, не она. В темноте споет про любовь тишина, проливается воздухом сном. Там, где ты и я, дышим ей, дышим ей, дышим ей. Звуками то, что сонит, меняя невыносимо в собственных нашейной выданной суде. И стали глуховаты да слепы к темному мы. Но за руку с этим ушло нежное, живое и стучащее. То, что так по-детски не боится грубой звуковой волны, так же отчаянно, как мы ненавидим себя настоящими, но сейчас на этой крыше нашего радио настраивалось на самый громкий звук во все времена. Между обратным счетом сердце заполняет пространство, оглушающее, бесконечное. Спасибо. Сам ты сумасшедший. Просто ты же я. Мы привыкли слушать других. Это, ну, очень просто. Мы же еще им советов подаем. Что может быть проще.
А вот с собой, конечно, поговорить, да, давненько так не было. Спасибо. Что сейчас делать? Я даже не знаю. Давай доку позвоним. Маленькому воину этому, арабскому этому тоже, страдальцу. Пойдем. Накатим. Я думаю, накатим. Ну так, для храбрости. И пойдем за принцессу спасать, что еще такой веселой компанией нам делать. Я думаю, классное будет приключение. Thank you.
вот на этом все закончилось. Спасибо, я знаю, это все, ну, было косяченько там, понятное дело. Я не репетировал вообще, гулял там. Так вот, да, вот это такая программка, она будет редактироваться, надеюсь. Ну, как-то, чтобы я вообще все это нормально делал. Вот, спасибо вам, вы молодцы, спасибо, что пришли.